Привет-привет! Сегодня мультяшный мастер-класс. И как вы видите, я продолжаю эксперименты с ногтевым ложем. Покрываем черной гелевой краской все, что у нас находится на нижнем этаже. И на верхнем этаже тоже покрываем все черной гелевой краской. Белой гелевой краской покрываем кончик и растаптываем кутикуля в никуда. Это нужно, чтобы не пропали другие цвета в растяжке. Эмпастой белый рафинат выделяем ступеньку. Так мы подчеркнем всю необычность нашей конструкции. Поделитесь в комментариях, как вам такие эксперименты. Желтым гель-лаком покрываем кончик. Растушевываем границу и дальше накладываем после просушки оранжевый оттенок. Также растушевываем и затем более красный оттенок. Градиентим. И еще раз градиентим более винным оттенком. И берем изображение любимых мультяшек из Looney Tunes в слайдерах. У меня номер 101, игра в детство. Вырезаем, размачиваем и устанавливаем в нужную нам композицию. Границы и морщинки можно раскладывать с помощью ультрабонда. Бонд? Может быть, Джеймс Бонд? Перекрываем вельвет топ гель и верхнюю часть тоже вельвет топ гель. Изображение логотипа Looney Tunes натолкнуло меня вот на такое завершение дизайна. Дорожка из эмпасты белый рафинат и гранатовый сок. Мы кистью для китайской росписи делаем вот такие вот две полосочки и перекрываем витражным гель-лаком желтого оттенка. Эмпастой черная смола мы доделываем композицию из наших мультяшных героев, дорисовываем некоторые элементы. А топом без липкости Теклос мы перекрываем верхнюю часть окончательно. И вишенка на торте мы рисуем надпись Looney Tunes эмпастой белый рафинат. Юху, такой получился забавный мастер-класс, не жалейте лайка. Вот мой конечный результат, конечно же, он сложный, но я приготовила для вас варианты, как упростить до салонного обслуживания. Можно сделать акцент только на двух ноготочках и на большом небольшой отголосок. Либо на мизинце и на двух других ноготочках.